Не забудем, не простим. 29 августа одесситы почтили память украинских бойцов, погибших под Иловайском. У памятника Дюку были зажжены поминальные свечи. Одесса – это Украина, и обязаны мы этим всем нашим ребятам, проливающим свою кровь на востоке Украины. Последние два года, 29 августа, наша страна отмечает скорбную дату – память о жертвах Иловайского котла. Потери под Иловайском были самыми масштабными за всю историю антитеррористической операции. Только по официальной версии за эти шесть страшных дней погибли 366 военнослужащих. Еще 429 получили ранения, 128 попали в плен. Виновные в случившемся до сих пор не названы и не наказаны. Но любое наказание не вернет матерям сыновей, женам, мужей, отцов, детям. И можно только представить, как горько тем, кто не знает, где похоронен близкий ему человек. Напомним, 158 бойцов пропали без вести. Им, погибшим, им, отстоявшим нас всех, вечная память и низкий поклон. Одесситы, собравшиеся у Дюка, зажгли поминальные свечи и помолились за упокой жертв Иловайского ада.